Что вам рассказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Так, помните мою эпопею с разблокированием этого устройства? Разблокировать. Пароль, календарь, все это пошло. То есть я это устройство с помощью Restore и Apple разблокировал. Порядок сортировки. То есть мне пришлось послать чеки. Определенная программа. Эта программа должна сама сфотографировать чеки. Потому что я сфотографировал с другой. Ну, просто на телефончике сфотографировал. Послал. Нет, она, мол, не идет. Мыкались, тыкались. В конце концов. Жесть, об этом устройстве, обновление, Siri. Смотрю, где тут еще блокировка интеграции. Заблокировано, разблокировано, выключил. Автоблокировку выключил. Дата и время. ТВ, вход, выход, нормативы, сброс. Конфиденциальность. Что тут опять-таки? Календарь выключено. Что тут? Диагностика использована. Реклама. Обои. Еще разок основные смотрим. Об этом устройстве. Имя устройства iPad. iPad. Значит, что там? Все. iPad и все, да? Так. Песни, 0 видео, фотографии, емкость доступна, версия. Так, прошивка модема, правовые документы, уведомления, лицензии, гарантии, нормативы. Так, не беспокоит, а где ж это? Где ж это? Найти iPad. Нигде что-то тут не нашел. Мой сканер. Подкасты. Но главное, что заработал. iCloud. Тут необходимо ввести пароль, который, насколько я понял, никто не помнит. Связка ключей, опять-таки, отмена. Так, найти iPad, это поиск, выключено, да? Функция поиска iPad на карте выключена. Для активации включите службу геолокации, найти iPad. То есть, последняя позиция, мы опачки отключим. Чтобы выключить на iPad, подтвердите пароль ID для пассажира. Не знаю. Выключить. Но, по крайней мере, найти iPad. Там, короче, было... нашел, значит, в iCloud, App Store. Забыли Apple ID, обновление, сотовые данные, обновление. Я думаю, ничего тут обновлять не надо, сотовые данные. Выйти, забыли. Это не надо. Так. Значит, вот здесь отмена. Отмена, значит. Почта. Выйти. Еще разок. Недоступно. Чуть проверочку ноль. Окей. Главное, все это работает. Работает. Пароль. Ясно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не будем нафиг его это. Доступ с блокировкой экрана сегодня. Просмотр уведомлений. Стереть данные. Выключить пароль. Изменить пароль. Выключить пароль. Ну-ка посмотрим. Выключить пароль. Выключить пароль. Введите пароль. Раз, два, три, четыре. Все.
Выключить пароль. То есть он теперь без пароля. Тут ничего такого нету, чтобы такое было. Ну вот, значит, эти находятся вот здесь вот на iCloud, находятся все эти отменить, все эти штуки находятся. Ну, вот это проверочный код от тара-та-та-та. Все. Насколько я понял, заработало обновление. Значит, там что было вообще? То есть здесь появился у нас iTunes. iTunes появлялся с такой интересной программой. Сейчас она просто не видна, это у меня тут все эти последние два релиза. iPad. Что тут у нас на iPad? Устройство iPad. Угу. Музыка, жанр, песни, устройство iPad, скрыть, неизвестный альбом, парк, лого. Ну-ка, по-моему, невозможно использовать, так как исходный файл, надо найти его, да, где надо найти. Рабочий стол, так он же не на рабочем столе, а на iPad. Отменить, рояль, что за URL, найти. Угу, что-то не то, отменить. То есть, насколько понял, медиатека это не на iPad. Хотя тут вот музыка, фильмы, шоу, звуки. Так, фильмы, название нету. Музыка на iPad нету. Звуки нету. Аудиокниги нету. Книги нету. Телешоу и так далее. То есть ничего на этом iPad нету. Ну и ладно, что? Мы его удаляем. Опачки! iPad отсюда свалил. Вытаскиваем его отсюда. Вытаскиваем его отсюда. Кабель сюда. И время работает. Время работает у нас. Купертино. Всякая ерунда. Купертино. Пятница. Календарь работает. Январь. Неделя. Месяц. Год. О, какой календарь. Год. Нет сим-карты. Не знаю, что с этой картой. По крайней мере, она там есть. Так, фото. Фото. Все фото избранные. Селфи. Фотопленка. Снимок экрана. Недавно удаленные. Ну, на фотопленку. Тут какой-то сплошной бардак. Я чувствую, что-то дети нажимали по 20 раз одно и то же. И в результате получилась вот такая вот фиговина, которая это, которая его заблокировала. Так, недавно удаленная. Значит, это работает. Так, раз, два. Тара-та-та-тара-тара-тара-тара-тара. О, да тут их было. Было добро пожаловать. Не мудрено, что он от этого мог и за это. Камера работает. Это игры, насколько я понимаю, тут они работают. Навигатор. Зума HD. Ну что такое зума HD? Зума HD. Поп. Как? Ох ты! Ну что? Опции. Help me! Help me!
Играл. Удаляем фигню. То есть там была функция найти iPhone, найти iPad, Apple, войти, пароль обязательно, забыли, инструкция по настройке. Вот эту штуку вообще-то отключите, чтобы она у вас потом как-нибудь не вызвала блокировку, и в итоге вы будете долго и болезненно созваниваться, искать различные эти самые инструкции. Поэтому ее лучше отключить. Но так как я не знаю пароль обязательно, вот это вот iPad, то может быть он и остался там у них. Так, ну, я рад. Все заработало. 8.7. Выключаем. Где его выключить? Ух ты, тут кнопки посмещались. Все, выключился. Все, включился. Разблокируйте, пятница сюда. Все. Настройки. Вход отменить. Отменить, и все так будет работать. Сотовое удаление сим-карта. Используйте без сим-карты, если вы не активно с ним работаете. Где-то там, в таких местах, где нету Wi-Fi. А так, там, где есть Wi-Fi, эта сим-карта не нужна. Так, кроме что, дополнительная трата денег. Вот. Доверять iTunes. Завершить iTunes. Служба, настройка служб. Какая-то настройка служб. Так. Клавиатура. Клавиатура с ним экран, это может. Ну вот. Получилось. Завершить iTunes. Получилось. Не знаю, насколько это все протянет у них. Ну. Ну, вот такие-то дела. Кстати, я убрал вот эти RAID-массивы, которые были подключены с видеоинформацией к моему компьютеру. И компьютер включился очень быстро. То есть, я думал, что что-то тут связано, ну, грубо говоря, с программой, с железом. Нет, оказывается, все связано было с вот этим RAID-массивом. Как-никак 20 терабайт информации надо было эти все массивы опросить, а это время. Итак, я включаю, вот здесь вот подключу на 2 гигабота или теработа, на 2 теработа. Сейчас посмотрим. На 2 терабайта жесткий диск у меня с информацией. И я включаю. Опа! Смотрим, за сколько запускается, как я раньше считал. Раз, два, три, четыре, пять. Вышла зайка погулять. Вот смотрите, раз. Врубился звук.
Теперь появляется. Яблоко надкусано. Пошла. Пошла, пошла, пошла. Раньше она здесь останавливалась и опрашивала все эти устройства. Теперь она тоже приостановилась. Второй экран. Все. Очень-очень быстро. И это хорошо. Так, этот не подключился. Мы, значит, свойства. Емкость 1 и 112 теработа. Сколько занято, защищено. Паблик, пожалуйста, вот он паблик тоже тут. То есть он подключился сам. Паблик. Macintosh. HD. Volume. Система. Macintosh. Паблик. Smart Drive. Smart Drive — это вот такая штучка. И накопитель, да. Накопитель на 2 теработа. Все работает очень шустро, очень быстро. И это меня радует. Это меня радует. Так. Запускаем Final Cut Pro новый, который может уже работать с 4К. Но у меня экраны не 4К. Вот он уже запустился. Select, Melect. Лунные сутки. Раз. Что тут у нас на лунных сутках? Вот он, старый. Опа! Ура! Заработало! Дошел до всего сам. И это радует. Вот когда ты сам до всего дойдешь, вот это особенно радует. Так. О, пустыня меняется. Пустыня. На этом заканчиваем.